в которой тоже найден набор, уже более такой основательный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять на колоколов, да? И мы снова видим еще один колокол Бо. Чем он отличается от предыдущих, да, вот от юнджунов? Ну, во-первых, они чаще бывают все-таки больше, хотя юнджуны тоже известны, довольно крупные. Вот, у них плоское основание, у них нет выступов мэй, которые нам потом увидим, как эти мэй использовались для дополнительной подстройки колоколов. Но в то же время они обладают, поскольку они достаточно велики по размеру, низким тоном, что было необходимо, нужно для исполнения музыкальных композиций. Ну вот видите, они действительно вот в этом ряду, три бо, они самые...